soon as the sanctions were announced, we saw a huge flow of Russians at our borders. Я была в Курской области, в городе Курчатове. Это недалеко от границы с Сумской областью Украины. И вот мне было написано полкать к этой русской войны. И я стоял в центре города, ну, в одиночном пикете. Писал у себя в социальных сетях, не знаю, в сторис в Инстаграме выложил, то формально у тебя уже есть состав преступления, за который ты можешь очень надолго уехать в тюрьму. Я работала в штабе Алексея Навального в Волгограде. Там вот, банковскую карту мне не выдали в одном банке, ну и что, выдали в другом банке, ничего страшного. Мне говорили back to Russia and protest. Ну, начинаешь объяснять, что, понимаешь, если я вернусь, я сяду. Russia has launched a full-scale military invasion of Georgia. No one's going to kill you here. No one's going to prosecute you here. No one's going to hold you accountable for sins of your brothers and your fathers. However, I would want you people to acknowledge what your country has done to us for the past 200 years, to educate yourself and not to be blindsided by your own imperialism. Of course, this is nothing new. Russian people have been coming to Georgia, and I'm pretty sure every last one of you will tell you that they've been met with great hospitality. It is within our nature to accept guests. However, in order, if you want to go back, live in a free country where you came from, you have to fight. Nobody else will fight for your freedom but yourselves. That's all I have to say. Почему так много русских приехало в Грузию? Потому что Грузия позволяет здесь находиться без визы год. Меня зовут Лана, я занимаюсь фотосъемкой в России, я сотрудничала с Министерством культуры. На самом деле отлично выглядела нормальная жизнь, в принципе все было доступно, все работало. На протяжении 7 лет я состояла в активистской группе петербургской. Нет войне! В общем-то, нам удалось построить какое-то низовое движение, но непосредственно перед войной начались повальные обыски, аресты, признания иноагентами, проверки Минюста, всех организаций, откуда практически все мои друзья. Я был координатором штаба Навального в Волгограде. Потом случилось так, что штабы признали экстремистской организацией. Их закрыли. Прежде чем уехать из России, меня тоже брали интервью, как раз спрашивали, что должно произойти, чтобы я уехал из России. Я тогда четко отвечал, что если я когда-нибудь уеду из России, это значит, что пришло такое время, когда из-за рубежа я смогу приносить больше пользы, чем сидя в тюрьме. Пропаганда очень гибкая в этом отношении в России. И поначалу, когда война только началась, говорили о том, что мы воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО, мы воюем с фашистами, с нацистами, там, с кем только не воюем, только не с Украиной. И было в том духе, что мы пришли братьям помочь, хотя братья не ждали этой помощи и не просили о ней. И, собственно, рассказывали именно об этом. Рассказывали, что вот мы сейчас за пару дней возьмем Киев и проведем парад, и нацисты уйдут, поставим нормального президента, и в это люди верили. Сейчас они в это не верят, но сейчас пропаганда изменилась в том духе, что рассказывают, что мы воюем со всем мировым злом, которое есть, и оно сейчас в Украине, и мы воюем за освобождение Украины, и поэтому война будет долгая, война будет тяжелая, и нужно затянуть пояса потуже и потерпеть.
Я была в Курской области, в городе Курчатове. Это недалеко от границы с Сумской областью Украины, то есть недалеко, там, типа, километров, не знаю, 60, может быть. Вот. И я была возле атомной станции. Ну, я там, съемки у меня были. Вот. И, соответственно, когда в день, когда началась война, я, во-первых, прочитала это в новостях, во-вторых, я услышала звуки взрывов где-то отдаленные, мы видели эти следы ракет в небе, и мы как бы смотрели на это, читали и думали, что это как-то очень стрёмно, что мы оказались возле атомной станции. Вот. И поэтому мы, в общем-то, в тот же день вечером мы уехали. Ну, я бы не преувеличивал вот эти эффекты вот первые там недели, в первые месяцы на жизнь в России, то есть потому что те, кто уже успел начать жить хорошо, как бы они не чувствуют какого-то радикального падения уровня жизни пока что, да, это будет обязательно, но это будет позже. А те, кто и не жил хорошо, как бы, ну, у них скорее такая история, что, ну, типа, пережили там какие-то сложные времена, типа 90-е там и так далее, как бы и это переживем, то есть как бы для них это вот какая-то привычная стихия, когда нужно, знаете, выживать, когда какие-то трудности появляются. Вот, поэтому, ну, как бы, пока что я не вижу, что люди воспринимают это как какой-то тотальный крах уровня жизни. Пока его и не произошло. Первые дни войны я сама думала, что сейчас там будет огромный 100-тысячный митинг, но я, к сожалению, увидела, что это действительно страшно. Твоя страна развязывает войну против другой страны. Тут же там условно люди выходят, тут же их бьют палками. Было ощущение, что наше правительство в данный момент готово на все. То есть даже те, кто там, вчера говорили о том, что, дескать, Путин лучший, сейчас уже видят какие-то изменения, видят настоящую информацию о войне и тоже становятся против. Это неизбежный процесс. Если ты делаешь что-то плохое, и ты президент страны, невозможно просто постоянно выгонять всех, кто против. Потому что, ну, рано или поздно выгонять будет некого. We could be next on us. I mean, we've been on Russia's radar before 2008. As it is evident in the war from the war of Abkhazia in 92 and 93. It currently, as I'm pretty sure you know, the 20% of Georgia is currently occupied by Russia. Russian tanks are standing from here, 30 kilometers from here, right now in Gori, near Gori, in Tsinvali. And next thing we know, it might be the new Donbas, as they said. The current pretext of this war, that the Russian people are being oppressed by non-existent Nazis. Грузия, с одной стороны, живет в страхе, потому что российский режим угрожает Грузии постоянно, 24 часа. Здесь эта война не заканчивалась ни на секунду. Это и установка новых вот этих колючих проволок, и передвижение этих колючих проволок дальше вглубь территории страны. Ну, то есть представьте, что, не знаю, здесь пару человек живет, у них дома, семьи, там урожай, какой-то участок земли, и вот на 50 метров они выдвинули оккупационный режим, выдвинул колючую проволоку. И что такое 50 метров? 50 метров по площади — это огромная территория. Это не просто территория, это дома людей. Это участки людей, где у них там, я не знаю, помидоры растут. Не знаю, растут ли там помидоры, но что-то растет. Большую часть российских вооруженных сил. И я должен сказать, что против Грузии до сих пор продолжается гибридная война. И в том числе и военная фаза. Потому что похищаются наши мирные граждане. Значит, расширяется зона оккупации. Так, я бы сказал, медленная, так сказать, так называемая, я бы сказал, creeping occupation, так можно сказать, или ползучая оккупация. И в этом контексте вот такая вот у нас ситуация. К сожалению, у нас сложилась такая парадоксальная ситуация, что главным торговым партнером на данном этапе является Россия. Ну, несмотря на то, что между Грузией и Россией нет дипломатических и политических отношений, ну, фактически, вроде, так сказать, экономические отношения не должны были зайти так глубоко, но, к сожалению, Россия является главным торговым партнером Грузии, и это мешает, как говорится, тому процессу, чтобы Грузия, так сказать, в полном объеме была вовлечена
в санкционную политику против России. К сожалению, это вот является правдой. То есть есть, например, в селе Хурвалете известная женщина, ее зовут бабушка Нора. У нее вообще катастрофическое, я часто бываю там, то есть там дом стоит, и это не оккупированная территория, и до линии оккупации довольно далеко. С одной стороны у нее маленький дворик, и с другой стороны участок ее. Ну, во-первых, ее участка уже нет, там все время ходят российские солдаты. Во-вторых, у нее в заднем дворе, извините, конечно, стоял на улице туалет. И из-за того, что туда все время приходят солдаты, ей пришлось его переставить на другую сторону дома. И когда они почти каждый день слышат лай собак, они понимают, что это идут, собственно, российские пограничники, ФСБшные, и они заходят в ее двор, они по нему ходят с автоматами, с собаками. Она с мужем сразу бежит в дом, прячется, естественно, пока они не уйдут. И так там все семьи живут. У меня отец как бы очень яро поддерживает происходящее, и даже мой муж, бывший уже теперь, с которым мы 3 года вместе как бы делали все наши вот эти совместные проекты, мы много куда ездили, смотрели, то есть он тоже был в разных странах, у него тоже, казалось бы, есть возможность как-то оценить происходящее, он видел, как живут в том числе в непризнанных, каких-то полупризнанных республиках после войны, там в Осетии, в Абхазии, и как бы... И мы оказались просто на противоположных точках зрения. То есть он сейчас активно это поддерживает. Он считает, что это прям вот освобождение, и нужно скорее это все присоединить. Вот. И мы, в общем-то, на этом наше общение с ним закончилось, к сожалению. А те, кто поддерживают войну, это в большинстве своем люди, которые туда не поедут никогда. Туда поедут молодые ребята моего возраста или младше меня. Но те, кто поддерживает войну, они туда не поедут, они будут сидеть на диване и дальше... Для них это типа шоу. Они будут пить там за взятие Харькова столько раз, сколько его возьмут или не возьмут. Для них нет какой-то личной трагедии. Он меня везде заблокировал во всех мессенджерах. Он сказал, что я враг народа, изменник Родины, он со мной дел иметь не желает. Вот, и все. И, в общем-то, сейчас он активно ищет способы как-то попасть в Мариуполь и увидеть своими глазами освобожденные территории. И когда, собственно, стоял вопрос о том, что в России становится опасно и некомфортно, первые недели две он даже был готов тоже уехать. Вот, он прям там мне там говорил, типа, давай, поищи билеты, давай, там, улетим, уедем, все такое. А потом у него что-то перещелкнуло, и он такой, нет, там, все, я там Родину люблю. Я там с Россией за Россию, и вот это вот все. То есть, ну, как-то на этом мы разошлись. Не потому, что я против России, а просто потому, что, ну, как бы, слишком разная у нас оценка происходящего. Там, вот, банковскую карту мне не выдали в одном банке. Ну, и что? Выдали в другом банке, ничего страшного. Там у нас уже были отказы на основании того, что вот у вас российский паспорт, мы просто не хотим... с теми, у кого есть российский паспорт, заключать договор. При этом, ну да, даже бывало так, что я не мог на человека повлиять какими-то своими рассказами, там, пересказами моей оппозиционной деятельности, убеждениями в том, что нет, я за Украину, что я против Путина, что я против войны. Мне говорили «back to Russia and protest». И, ну, начинаешь объяснять, что, понимаешь, если я вернусь, я сяду. Случайные люди при каких-то случайных обстоятельствах у меня интересуются, откуда я говорю, что я из Беларуси. Просто чтобы не выяснять их отношение к ситуации, потому что я понимаю, что я этих людей вижу вот сейчас, и как бы через минуту я их уже видеть не буду и, скорее всего, не увижу никогда, чтобы не провоцировать вот этот возможный какой-то конфликт, какое-то вот это обсуждение, да, там... Я просто, ну, я не хочу выяснять, есть у человека неприязнь или нет. То есть, что он будет меня там осуждать, или он будет меня жалеть, или что-то еще. Я вот могу так, как бы, немного схитрить, я не знаю, может быть, это неправильно, вот, но для своей безопасности я этим пользуюсь, этой возможностью. Я думаю, что здесь нет никакого русофобства. Как вы знаете, вот я вам тоже, так сказать, сейчас даю интервью на русском языке, и это дело специально, чтобы показать, что в Грузии нет русофобства. Во время сталинского, так сказать, режима было репрессировано примерно 1 000 000 грузинских граждан. Грузия была оккупирована Красной армией, и, естественно, наши территории, исконные территории, были переданы, так сказать, другим государствам. Это факт. 40 000 квадратных километров были переданы в свое время
значит, во время советской оккупации другим государством. Вы понимаете, что это означает. Так что то же самое, какое отношение имеет грузинское население к режиму Сталина, то же самое мы имеем такое же отношение к режиму Путина. Путин не пройдет, Украина победит. Вот главный лозунг всего грузинского народа. Но русофобства здесь нету. Ох. Слушайте, с Путиным разговор, только один тип разговора имеет смысл, мне кажется, это разговор следователя. Вот. Разговор на следственных действиях, когда он уже является обвиняемым там, во всех этих преступлениях. Как бы какое-то дополнительное что-то там от себя говорить, как сказал рэпер Фейс российский, даже воздуха жалко что-то ему говорить. Вот. Поэтому, в общем, я думаю, что пусть следственные органы с ним разговаривают, а не я. Я хотел бы этого пожелать. Мне бы хотелось, чтобы этот километровый стол был в Гааге. Вот, и тогда это было бы комфортно и приятно. А в любых других условиях я даже не знаю, что ему сказать, честно. Не, я точно экстремист, и я этим горжусь всячески. Если экстремист — это человек, который хочет любыми законными средствами сместить в России режим, помогать Украине, Грузии, Армении, Азербайджану, Беларуси бороться с влиянием Кремля и их террором. Не знаю, вот все, что делать 24 часа в сутки, просыпаться и думать: мои сограждане виновны в том, что случилось в Буче или в Краматорске, или вот в этом всем насилии. И как бы мы должны чувствовать за это ответственность и максимально быть экстремистами, пока режим в России не будет свержен так или иначе. Ну, желательно законно.